Ну что ж, ребятки, мы... Переключил сцену, а вот так вот, все, теперь ништяк. Все, мы опять в эфире, продолжаем смотреть каточку Мекки против команды Кам. Напоминаю, что с вами в эфире Шира, я и со мной еще в сокасте Ментал и Шейд, я люблю. Да. Так, быстренько, что там забанили? Там забанили Ралли, Бабблса, Дампира, Суккубуса, Папетмастера, Дранкенмастера, Флакса, Кусулофанта, Инженера и Свифблэйда. Вот так вот, поздно мы ворвались в каточку. Все бы прикольно было. Мастер-мастера, Дранкенмастер. Папетмастера, Дранкенмастера, Мастера-мастера, еще кого-то. Признер-мастера пикнули. Все, ну я короче, выполнил задачу. Всех мастеров забанили, короче. Да. Да, а пик, в принципе, виден. Силуэт, Паразит, Фараон, Рапса и Кракен для Легиона, на котором сейчас Кам. А для Мекки это Ревенант, Признер, Гладс, Мэдман и опять Репульсор. И опять он в миде, и опять на нем быстрый мэн. Быстрый человек. Мекка очень близка к минимум топ-2. Мекка близка, очень, да. Очень близка. Быстро чел. Мекка, на шаг впереди. Прям как Apple. Да. Шутки про Apple. Это прям как за 200 только про Apple. Ой, Мэдман. Ой, что-то он... Не, он правильно убежал. Потерял. О, теперь Морж ушел. Их просто проклял кто-то. Или Морж забыл антишкольника трубить? А нет, все нормально. Вернулся? О, отлично. Ну, Керри решил Казандар. Посмотрим, что у нас, собственно, наш интовской друг покажет на фараоне, на харде. Я думаю, против Гладса и против Гладса с Репульсером будет ничего тяжко. Не покажет. Тяжко будет, да. Тем более, это опытный Редженда. Скорее всего, ему тут уже пока... карают Мэдмана. Карают, Редженда как сам следует. Себя заблочил, кстати, от паразита спаун. И, в принципе, зря. Потому что, ну, надо было дождаться, пока он увидит, кто у него на лейне, потом только блочить. Ой, Hellfire качнул. Серьезно? Что делает Редженда? Тратит ману. Так-то он увидел бы просто, что здесь соло фараон и не выстил бы вард. Стало бы очевидно, что вряд ли поперся бы легионер. Зная, что морж достаточно опытный. Легионер? В чужом... У фараона на первом скилле написано, я вызвал Содом и Гамору. Содом и Гамору. Содом, да? Может быть. Содом. Содом, чувак. Содом и Хусейна я вызвал. Не позорь. Не позорь нас. Мы умные. Так написано, как... по крайней мере, я на никогда не читал вообще... дипломах. Написано на скиллах, тем более на русской. На ульте написано, переводе. Как направить лупу на муравьев. Это просто dot localization. Не, ну в принципе я в детстве занимался такими вещами. Какими? В нашем-то детстве компьютеров не было, все во дворе игрались. Ну взял лупу под солнцем, начал расплавлять. Я никогда так не издевался над муравьями. Я над кузнечиками издевался. Я так никогда не делал. Я что, один нормальный был или что? Я вообще лет до 18 вообще неадекватный был. А. То есть сейчас прямо эталон адекватности, я тебя правильно понимаю? Нет. 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 Ну, получше, чем ранее. Ой-ой-ой, там силуэтка Мэдман, отгребает, смотри, кстати, от Мэдмана. Силуэт-то уже в соло здесь. Но Пегас без хилок. А с другой стороны, скоро ботл, он будет дальше гнобить. П. Пегас. З. Морж. Морж. Так, быстрый человек фарманул уже целых 12 крипчиков. Силуэтка всего лишь 10, ну, в принципе, пока рядышком.
Надеюсь, ты ДНД включил? Да. Да, то у меня тут такие бодимэши смысл дубильные прям. Я всегда перед стримом включаю ДНД. Стараюсь, по крайней мере. Да, как-то кто-то из вас стрим не включил, я там видел, потом моё БМ как-то пролезло. Да? Но это не я явно. Это, скорее всего, Гришанин. Ну вот зря сейчас Пегаска ушел. Я не понимаю, что он хочет сделать. Моржу. Ну, завалить Крипчика. Не, ну так-то свинью он подложил моржу, конечно, но лучше бы он оставался. Лучше бы он оставался и подлаживал что-нибудь силуэтки. А кто на силуэтке играет? Ну, Казендар же. Казендар. Андрюшка. Я же говорю, что решил он закерить. А я что-то вообще забыл о том, что Джукер заджукал вторую катку. Да, он же заджукал весь интернет, и он даже не понимает, что сейчас происходит. Оп. Не, ну ему по телефону, скорее всего, объяснили, ну, что он плохой. Как-то у Пегаса не хватает маны на первый спелл, и он сейчас будет умирать. Нет, юзнул красную баночку, живи! Откатилась, ой-ой-ой. Же, живи, но он может еще умереть, кстати. Не, его, она его не найдет. Оп, не увидела, не увидела, не увидела. Увидела сейчас. Увидела? Да, увидела. Грамп дает вижен. Добро пожаловать в иноземье, Пегас. Здесь не любят Пегасов. То есть это так? Ну да, иноземье. Ну и добро пожаловать. Ну а в конце? Вот так вот? Ну да, скорее всего. Ну как бы ты перевел фразу Welcome to New Motherfucker, перевел как добро пожаловать в иноземье, Пегас. То есть, соответственно... Нет, Пегас это, ну, конкретно обращение к Пегасу, а вообще там плохое слово, которое я не буду говорить. Там, короче, действие, которое делают школьники с вашими мамами в Доте. Ну, в Доте и в Хоне тоже так делают. Мне кажется, в Хоне меньше. В Хоне делают. Да? Ой-ой-ой, промах. Да, сейчас бы почти наказали Пегаса, опять. Буквально 15 хп и... Ну, так-то счет пока 1-1. ФЛ снова на призонере там развлекается. Очень спасли его мумии. Эффектно так пролетелся, вначале в одну сторону, потом от стены в другую. Ну вот, вот просто П, Пашка. Что он купил, я не увидел, кстати. Кто-то. А, это... Да, это... Это Редженда несет себе. Это он несет себе страйдера, естественно. Такой предботл итем для него. Видишь что-то? Блин, как же больно, все-таки харасит Кракен с Рапсой, серьезно. Больно-то больно, но как-то эффективность Кракена в дабл-митик это спорная, честно говоря. Очень маленькая. Ну хотя на шестом он, конечно, сделает, я думаю, килочек другой. Хотя. У них нету контрвижена на миде, то есть просто инвиз, вон прибегает один парень на инвизе. Ну они, наверное, инфу просто получили. Скорее всего. А, нет, он на варде, видимо, взял инвиз. Да, скорее всего. Так, ну... Пятый Мэдмен против седьмой силуэтки уже прям не так он себя классно там чувствует. Да, как-то он чуть-чуть переборщил со своими... Да, его вот этими вот непонятными. А кстати, фараон с макшенной ракетой, он неплохо так ДРа дамажит, тут аж вынужден себе ботл привести. В стиле ФФа, да, наверное, ботл? Никогда не понимал на керри ботл. Вообще. На лайне бутл. Бутл. Ну, он этот ботл, ну, не сможет же зарядить, серьезно. Он не пойдет туда. На нижнюю руну, ну, на верхнюю руну. Ну, никак. Там это... Не, почему? Ну, его там могут, во-первых, наказать, начнем с этого. Во-вторых, он потеряет кучу времени. Должен, если ты с ботлом, то ты должен под каждую руну проталкивать до максимума лейн. Бутл. А вот так вот круто же. Опять наказывает фараона. Ой-ой-ой, опять так туда. И опять пони. Пони? Хотя да. Если бы он был вообще закрыл нет, это не пони, это Пегас. Это Пегас. Это Пегас.
Там убивает всех не репульсер, а пегас. Да. Ну вот сейчас на миде надо что-то делать, наверное. Нужно, чтобы морж подтянулся. Сколько раз? Не оценили. Минимум как психа. Сколько? 14 или 12? Что вы о чем? Ну типа, морж подтянулся, я говорю, сколько раз? Ну наверное, раз 100. 150. Вот ты очень сильно веришь в моржика. Хороший хук по рэпсе. Она пытается отбиваться первым скиллом. Отличный мисс цунами чаржем. Команды к вам не особо. Ну как не особо? Вот прилетел репульсер. Ну вот это... Но репульсер был чужой. Это хороший мув был от Пашки, я оценил. Ну так-то у репульсера 3-0, 415 ГПМ у него есть. Ну по сравнению с силкой у него дела намного лучше. Ну да, значительно, он-то стоял с суппортом. Ну и плюс она выбрала не стимбуцы. Она взяла себе фазы. Они проигрывают два лейна. Ну как проигрывают? У них лейн. Ох! Какая ульта! Какая ульта в призанера, но. Релиз у Кракена. Еще и релиз Кракена, ничего себе. И опять не отпустят фараона. Хотят еще и рапсой закусить. Пегас, давай. Два мяса там вот так вот вылетело, они аж развернулись. Пегас наказал. Я помню, Мурена тогда три раза со скелетона ударил в кого-то, и у него три мяса, и не убил. По-моему, они-то со свагами играли. Неудачник. Ну так, ты помнишь, какой дивизион мы сейчас смотрим? Мы? Голд. Я говорю, в отборочных, смысле. Не дивизион, а этот, сеточка, лузеров. Сеточка, да. Сеточка неудачников. О, да, я же чем. Пусть они просто с английским не очень, поэтому... Ты эти свои шуточки... Не, он сначала сказал дивизион. Ну, дивизион, да, я ошибся, пардоньте. Ну, Кракен, бедняжка. Он выжил! И мортификейшн его не добьет. А насколько у него эта гилька? А, гилька на один. Ясно, понятно. А ульта кастуется 2 секунды, да? Mm-hmm. Нет, ну, он-то поздно, 3. 3,5, ульта кастуется 3. Нет, ульта кастуется не 3 секунды. 3 секунды. 3 секунды, через 3 секунды враги. Вот, все. Ну то есть, короче, он дал вначале гирьку, и только потом ульт. Ультанул, да. А вот наоборот. А не знаю, я там всегда успеваю на первом уровне и прокинуть и ульт, и гирьку. Но это только ты такой. Сразу. А он вначале поатачил разок-два, а потом только кинул. И вот опять гирька. Ну так убьют, окей. Да, как говорится, Признер подкрался незаметно. Как говорится, доигрался. На скрипке. Ну не отпустят тут на хосте. Еще и силуэтку здесь накажут. Почка подсветит. Без вариантов вообще. Ну там морж, он будет сейчас забирать, наверное. Он скажет репу. Больно репульсеру, его заберут, да. Таур ему помог это сделать. И закончилась, кстати, хоста на Мэдмэне. О, шикарный мисс ультой. Сайдстеп гуд. Сайдстеп гуд. А откуда он знал, что там в кустах фараон? Какой сайдстеп? Ну, вард так-то стоит. Вард только что поставили, только после нет, ульты. Нет, это чисто рандом. Это полнейший рандомный был. Может, у нее нервы просто, ну... Он там подзапутался в крипах, и поэтому не пошел дальше, и по нему промахнулись ультой. Но так-то 10-3 в пользу Меки, и... Ну, 5 косарей золота и 6 косарей опыта, это как бы уже серьезные такие проблемы у Камо. Это уже заявка. Заявка, да. Как написано у вас всех, дорогие зрители, на мониторах, уже 1-0 в пользу Меки, поэтому если сейчас Мека выигрывает, то они отправляются в гранд-финал играть с котятами. Реваншица. Да. Они-то от них не нашли. Слушай, как, вроде, типа, идут играть в серьезную катку, а вот когда я сказал играть с котятами, вроде даже приятное что-то. Играться с котятами. Да, ну так, типа, изи. Если бы не стрим, я бы сказал,
как это правильно, эту фразу. Но а, не, потом, это, окей. Что делать у котят? Это-то уже звучит не очень круто. Ну, как бы, если в грубой форме сказать проигрывать котам. Окей. Вот, приблизительно так. Я понял. Да, ну, не, я верю в Мику, на самом деле. И это будет реально круто, если они победят. Не, я тоже, я буду за них болеть чисто из-за Пегаски. Но это... С надеждой, короче. С надеждой. В душе. Так, первый цикл за свагами, да? Угу. Ну, такое. Если сейчас коты тоже пролетят. Ой, что ты, что такое за козендер? Что ты делаешь? Он просто свистнул ульту под люк. О! Это ульта в крипа от Фарона. Ультует Призонер. Отличный рассказ. Ульта от Гладиуса влетает в нее паразит и сразу уходит. Потому что ему там делать, собственно, нечего. Ну, поменяли Призонера на Фарона. Своевременная ТПшка. Сизилей на репульсера. Пришел Далман и все, пацаны. Я свою задачу выполнил. Пришел, увидел и ушел. И теперь давай на всю ману лети на базу. Нет, на лайн к себе обратно. А, на лайн, да, точнее. Ой, бедная рапса. Опять Пегас. Пегас доминирует. Вот, кстати, Гладс, по-моему, по своей тактике легенда работает. Зуб даю следующим итемом будет ПК. Ну, если игра затянется, то это будет тупо 8 контрвардов и ПК. Ой-ой-ой-ой, проблема у Ревенанта, но просветочку дали даже. Ну и плюс Волсноу Крипчика убил, который атаковал Муреныча. Ну, 100 хп у него оставалось, ну, в принципе, там, как бы Крип бы его не убил, но... Как бы он саппорт Сида. О! Полетела душа, торпеда. Устремилась в небеса, но не туда немного. Да, у него для саппорта с дабл мида у него стимбуцы есть, вообще все отлично. Так-то 15 минута и преимущество за мекой только растет на самом деле. Ну да. И сейчас силуэт как бы уже есть икона на репульсере. Ну вот опять силку наказали, силка 320 ГПМ умеет. Воут консит от легиона, что? И походу это не фейк. Ты не, такой, не ладно. Просто... Это... Читалось это, то, что так эта игра закончится. Ну, короче, вот как-то так. Серьезно. Ну, собственно, дорогие зрители, вы сами все видели. Это была очень легкая игра для Меки. Поэтому 2-0 в их пользу. Это в канале, постгейм канале. Да, да, я уже закрыл чат, так что никто не увидел, все нормально. Никто не увидит, да? Никто не увидит, да. Ну что ж, ребятки, всем спасибо, что вы пришли на наш часовой стримец. Вот так вот все сегодня быстро было. Мы старались, да. Да, мы серьезно старались, и... Ну, вот так вот получилось. Улетел Джукер со своим интернетом отдыхать куда-то. И вот из-за этого первая партия, собственно, и была слита камами. Ну, а во второй маленькая какая-то... Может, серия ошибок. Серия ошибок и какая-то маленькая доля дизморали из-за первой игры. Ну, фиг знает на самом деле. Ну... Короче, на сегодня это все. Всем спасибо и удачи. Всем пока. А песня? Нет, не будет песни. Все.